Здравствуйте все те, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Тимон и SCP-087-B, лестница номер 2, как я понял. Значит, по идее мне нужно искать первую, но я, как настоящий русский человек, сначала поиграю вторую часть, а потом уже найду первую и буду снимать для вас первую часть. А пока... пока там как-то темно, ну, так как я... нет, все нормально, все хорошо, все свет. Ну нормально, я еще играть не начал, а кирпичей уже наложил и стены построил. Просто. И слишком что-то как-то узко, мне вот это не нравится. Пусть лучше будет лабиринт. Я хоть и ненавижу лабиринт, но там, по крайней мере, сбежать можно, если что. Так, что-то... Ух, ём! Я сейчас напугался, то что... Ого! Ого! Нифига себе. Ну, ладно. Это же хоть обозначает. Это уже хорошо. Что-то больно как это... Больно как-то тихо, никого нет. Только вот это вот то, что вы слышите. Я просто даже не знаю, как это описать в моем понимании. Так что будем говорить, что либо это звуки игли... Замечательно, я уже пока качал, пока думал, что это хоррор, я уже перепугался. Это просто замечательно. Ай, ладно. Да ничего здесь нет, чё я парюсь-то? Ух, ё-моё! Ты это, выключи там свое радио. У меня как бы и без тебя проблем хватает. Ну и чего? Как бы тут на этом можно ехать, чтобы сразу... Кстати, хорошо прорисовано. Этом, скажите, на мопеде на этом... О! Стоп. Что? Развилка? Я просил, конечно, лабиринт, но я же пошутил. Ладно, давайте вправо, я просто прямо ходил уже. Все шел прямо, а тут поворот появился, так что... Что? Так, ладно, идите. Да ну нафиг. Блин. Никак не ожидал, что в лестнице будут лабиринты. Зачем? Ну ладно. Я хотя бы бегать умею. Так. Да я, похоже, и бегать не умею. Ну ладно. Я хоть что-нибудь умею? Я бы прыгать. Я и прыгать не умею. Ну замечательно. О! Опять вниз лестница пошла. 6-й этаж. Ну хорошо. Будем ориентироваться по табличкам. Там, по-моему, 5-й был табличка. Это обозначало что-то хорошее, мне кажется. Ну там обозначение было, значит это хорошо. Теперь 6-й. Так. 7-й. Ладно, теперь, по крайней мере, все по прямой пошло. Меня хотя бы это радует. Фух. Что? Кто это там плитки ворочает? И вообще, где здесь плитки? Я плиток-то здесь не видел. Одни кирпичи. Либо это кирпич ворочает. Не знаю. Оу. Вот это неожиданно. Вот это сейчас я в шоке. Тупик, что... Блин. Как все плохо. Это первый тупик, с которым я сейчас познакомился. Ну, как если вы смотрели... колодец... хоррор колодец, то вы просто знаете, что я по тупикам просто профессионал. Ну, поймете почему, если смотрели. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. И надеюсь... А, показался тупик. Надеюсь, вы смотрите все-таки это ночью в наушниках, как сейчас я это делаю. Потому что это... Стоп. Показалось. Ну, что-то... Я что-то подниматься стал. Ну, так, я уже запутался, в прямом коридоре заблудился. О, стоп. Окно? Нифига себе, прикольно. Ну ладно. Тут кто-то форточку открыл, проветривает. А куда вообще я спускаюсь? У меня вообще... Воу. Воу. Вот это нежданчик. Это типа, если что, можно перепрыгнуть, да? Ну ладно. Так. Оу, широко стало. Нифига себе. Ладно, пожалуй, я... Буду вот так вот ориентироваться по стеночке. А смысл? Ну ладно. Ну... Чё-то как-то странная лестница. Так бы сказали, что это не лестница, а... Лестничный лабиринт. О! 11-й. Чё-то как-то я, кажется, замедлился, мне кажется. Да не дыши ты там так. Или это я дышу? Ну что-то такое чувство, что когда вот, знаете, вот когда вам холодно, вот,
так на руки дышите, вот примерно такой же звук. Что-то, может, я замерз на самом... Кстати, а у меня что, не фонарика? А, ну раз у меня нет фонарика, значит все хорошо. Потому что... Что? Кто там стучит? Просто беды всегда обычно с фонарика начинаются. Во всех хоррорах. А т... Что? Что? У меня нет фонарика, у меня не должно быть бед. Ты чего? Так, ладно. 14 уровень. Ладно. Фух, мне эти глаза кое-что напомнили. Ладно, они пропали, так что можно, в принципе, спокойно идти. Что-то я разогнался, мне кажется. Эй! Тебя нет, да? Ну, ладно. Ну, по крайней мере, мы увидели с вами... Чего? Ты мне там это... Не подавай голос. По крайней мере, увидели глаза местного жителя. Только что-то это всего лишь был 15 этаж, а он уже... Чего? Да ну его в баню. Да ну его нафиг. Так, мужчина, вы ушли? Чего? Что это сейчас было? Это что за сторож, ё-моё? В бледной маске. Ё-моё. Если это вторая часть, то что же в первой-то будет? Я что-то как-то... Обычно, знаете, вот в фильмах, вот кто фильмы посмотрит, большинство людей говорят, что первая часть намного интереснее второй. Чё-то как-то, если это правда так, чё-то как-то я уже начал стрематься играть в первую часть, если честно. Потому что как-то... Так, а это как? 18-й был, по-моему, или 17-й, не знаю. В общем, нет смысла оборачиваться теперь, я это понял. Они поломали систему игр. У меня нет фонарика, у меня не должно быть пугал здесь. Ой, да, 18-й был. Эй. То есть их теперь тут двое. Мне кажется, я здесь был. Чё-то я... Ладно. Мне кажется, я опять заблудился. В этом лабиринте еще раз. Да не раз уже, наверное. Что? Что? Иди ты в баню. Иди ты нафиг. Ой, мужчина, вы чего? Вы это? Вы как вы? Вы что? Чего вам плохого сделал? У него какая-то маска странная. Да не рычи ты мне там. Мне же как бы вниз надо спуститься, а как его обойти? Его что, не обойти, что ли, никак? Очко. Ну да, у меня очко-то сыграло, конечно, когда я его увидел. Правильно говорите. Это, походу, я не знаю. Это его пес, что ли? Это просто... Это сторож с этим... Ружье потерял. О, смотрите, эти... Как их? Лебеди или как их там? В этом, ну... Как его? Забыл. Русские бочонки-то эти были. Русское лото. Вот так, все. Фух. Ой, сейчас... О, мне снова показалось, что это 21. О, что? Опять? Снова? Чё, а я не вернулся? Ну, ладно, по крайней мере, я здесь точно... Вот мне что нравится, здесь широко. Широко это хорошо, можно убежать. Да нифига мне теперь сейчас снова нельзя будет убежать, я так понимаю. Оу. Оу. Нифига себе, я круг сделал. Прикольно. Так, ладно. Я просто думал, можно здесь вправо пойти, поэтому прямо не пошел. Просто когда я прямо ходил... Ну... Это что за моноблок? Ну ладно, пусть он здесь будет. 24-й раз уже я об этом говорю. Ой. Ну чё-то как-то... Чё-то как-то всё нехорошо. Мне уже, знаете... Я чё-то думал, ну лестница и лестница, как бы... Идёшь спуска... Идёшь себе, значит, спокойно спуска... Ну ладно, я в тот раз налево пойду. Спускаешься себе, допустим, да, а тут такое. Что-то как-то... Эй, тебя здесь нет, да, я знаю. А, да. Ну, я так и думал. Ничего ты не можешь, да, а? Как я иду, так он и идет. Но я сейчас иду, ну, а ты не идешь. Что-то я не понял этой логики. Ой, ладно, что-то я такого наговорил непонятного. Что? Что?
Так неужели тут что-то как-то... Ладно. У меня такой вопрос сразу всплывает. Здесь двери, что ли, есть, я не понимаю. Потому что просто я иду вот сейчас, а там двери брякают просто, реально. Но на самом деле вот их здесь нет. И как? Чему быть-то? Я что-то не понял. Я опять не спускаюсь. Как? Что? Глаза, уйдите, пожалуйста. Если потерялся, это не значит, что ко мне надо идти. Я тут сам уже заблудился 100 раз. Так. Так, 28. Здесь опять широко. Так, давайте теперь вправо. Я там, по-моему, налево ходил. И когда идешь налево...